Микроавтобус Peugeot сотрудники ГИБДД остановили на улице Самарская. Документов на обнаруженное в нем спиртное у владельца не оказалось. Мной осуществлялся выезд, значит, по данному адресу. В ходе проведения проверки было установлено то, что житель Самарской области привозит в наш город без каких-либо документов алкогольную продукцию и реализует ее по торговым точкам. Алкогольная продукция в ходе проведения проверки была изъята. Был составлен административный протокол. По статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством». Штраф небольшой, до 2000 рублей, однако убыток у нарушителя в конечном итоге приличный. Конфискованный алкоголь, а это водка разных марок, оценивается примерно в 30-40 тысяч рублей. Общий объем спиртного – около 300 литров. Арина Макарова, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.